всем добрый день. Сегодня вашему вниманию предоставляется Powerbank на 10 тысяч мАч. Компания Ugreen, то есть достаточно молодая компания, которая занимается аксессуарами для премиальных продуктов, ну и представлена на AliExpress. Один продукт мы уже рассматривали, это подставку, то есть была куплена именно там. Так, ну и настало время, то есть тоже вот пришла в двойной упаковке от данной компании официального магазина на AliExpress. Так, ну и что внутри находится? То есть, ну и внутри опять небольшой бонус, то есть хомут ремень для связки кабелей, чтобы они у вас не болтались, таким вот ремешком липучкой. Так, опять предоставили открытку с их продукцией, ну и счастливы или нет, в зависимости от этого, либо оставить 5 звезд, либо лучше с ними связаться, если что-то вас не устроило. То есть, ну и тоже уже говорил, поставляет различную продукцию. Это различные зарядки, быстрые зарядки, беспроводные зарядки, обычные. Дальше кабельную продукцию для смартфонов, для аудио-видео продукции. Разнообразную в варианте, какая необходима, в том числе и для high-end аппаратуры, для современных телевизоров HDMI 2.0. Вот скоро придет HDMI 2.0, то есть потом при распаковке проверим, как он функционирует. Так, и есть еще у них линейка Bluetooth продуктов аудио, для того, чтобы сконнектить ваши два устройства, например, телефон и какую-то аудиоаппаратуру, в которой нету этих Bluetooth устройств. Ну или другой вариант от аудиопродукции, законнектить со смартфоном. Ну или с другим гаджетом, где используется Bluetooth. Так, ну и вот такая вот открыточка. Так, вот сам Powerbank, то есть на 10 тысяч миллиампер часов. В том числе быстрая зарядка. Технические характеристики. Это сделано из литиево-полимерной батареи. Модель PB108, то есть входное 5 вольт 2,4 ампера, ну или 9 вольт 2 ампера. То есть общая отдача 18 ватт максимум. Так, ну и здесь присутствует соединение USB-C, это отдача 5 вольт 3 ампера, либо 9 вольт 2 ампера, либо 12 вольт 1,5 ампера. Ну и USB-A, те же самые характеристики. То есть на 10 мАч 3,8 вольта, то есть 38 ватт. Так, ну 6500 мАч, если это у вас 9 вольт 1 ампер. Так, ну и зарядка осуществляется в 4,39 вольта. Лимитировано. То есть вот такая вот упаковка. Сейчас мы ее вскроем.
качественно сделано. Так, здесь USB кабель и USB-C. Так, дальше благодарственные письма, ну и инструкция по эксплуатации на английском и китайском языках. Так, ну и внутри находится непосредственно сам пауэрбанк. То есть из приятного рифленый пластик. Так, здесь вот разъем под зарядку USB-C. Ну и выход USB, и также есть выход уже встроенный USB-C для подключения второго устройства. Так, есть включение. Ну и как видим, 75% есть. То есть пауэрбанк заряжен. Так, ну и давайте сейчас проверим зарядку на смартфоне. Так, у нас есть смартфон Asus. Так, здесь USB микро используется, поэтому вот этим не сможем воспользоваться. Это, скорее всего, для более премиальных продуктов, таких как, ну, например, продукция Apple. Так, ну и давайте вставим. Ну и как видим, у нас пошла зарядка. То есть проблем особых нету. Так, ну, выдергиваем. Так, ну и вот такая вот продукция фирмы Ugreen. То есть представляет из себя пауэрбанк на 10 мАч. То есть для зарядки ваших гаджетов, в том числе с USB подключением, ну либо если USB-C нету, то есть есть выход простой USB на другие варианты. Ну и также сразу же предусмотрено, то есть можно заряжать два устройства: обыкновенное подключение
Ну и подключение к гаджету, где есть USB-C. То есть вот такой премиальный продукт фирмы Ugreen. Ну и у них еще 11 ноября 2018 года будет ежегодная распродажа. То есть, ну и данные продукты можно будет купить достаточно хорошей скидкой. Так, ну и мне тоже повезло. То есть я купил с достаточно хорошей скидкой данный продукт. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео. Удачи и до свидания.